В администрации Одинцовского городского округа были подведены итоги работы с инвесторами за 2019 год. Объем привлеченных в основной капитал инвестиций только по крупным и средним предприятиям составил более 16 миллиардов рублей. Сегодня в стадии реализации на территории Одинцовского округа находится 32 инвестиционных проекта. После их завершения будет создано более 16 тысяч новых рабочих мест.